место очередного матча, который мы, Константин Генич и Георгий Черданцев, предлагаем вам посмотреть. Да, один из самых громких стадионов Англии. Надеемся, что матч оправдает ожидания. Перед нами состав хозяев. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Генича? Завершается сезон, остается порадовать болельщиков красивой игрой и победами в заключительных матчах. Хотя сделать это будет непросто, потому что наверняка... Есть шанс выйти вперед! Есть первый гол у нас! Очень резвое начало с быстрым голом нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки обороны. Надо забивать и сравнивать счет! Вот мяч из боковой, в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Сане. Агуэро оказался неточен, его пас перехватили. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Есть тут возможность к воротам убежать. А это Винсент Компани отводит опасность от ворот. Игра остановлена, будет угловой. Отскок в поле от перекладины. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Кайл Уокер. Рахим Стерлинг. Это может быть опасно. Рахим Стерлинг. Де Брюйне. Давид Сильва. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Ислам Слимани. Стадион Сент-Джеймс-Парк несколько раз за его богатую историю хотели то расширить, то перенести в другое место. Но каждый раз эти предложения встречали протесты властей Ньюкасла и местных жителей. Трибуны расширяли, что называется, как придется. Поэтому сейчас домашняя арена «Сорок», наверное, один из самых асимметричных стадионов в Англии. Это может быть опасно. Прерывает эту верховую передачу. Леруа Сане. Серхио Агуэро тащит мяч вперед. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Предупреждение получает игрок. Де Брюйне! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой удар в пользу Манчестер Сити. Сильва. Отаменди! Опасный удар какой. Рядом со штангой мяч проходит. Он нанес прицельный удар головой, но точности ему немного не хватило. Тут может что-то получиться. Аут бросает Манчестер Сити. Леруа Сане. Давид Сильва. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Скидка назад. Штанга, момент не закончен. Попал под прессинг, и это очень опасно. Компани. Давид Сильва. Серхио Агуэр. Посмотрим за этой атакой. Вот Стерлинг забивать должен. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций.
Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному сразу. Любимый счет Бориса Александровича Майорова.